Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна і сьогодні хочу представити гостя нашої студії. Володимир Алексєєв, голова Миколаївської обласної громадської організації «Миколаївський джаз-клуб». Вітаю вас, пане Володимире, що ви сьогодні в нашій студії. Власне, тема означена з назви «Джаз-клуб». Ми поговоримо і про культурне, про мистецьке життя, і, власне, про освітянський напрямок і в вашій діяльності, в вашому житті. Ми спілкуємося в прямому ефірі. Телефон, як завжди, незмінний, 76-92-42. Якщо вас зацікавить тема нашої розмови, будь ласка, телефонуйте і ставте свої запитання. Пане Володимире, ну, перше таке питання в різноманітті громадських молодіжних організацій. Наскільки ваша громадська організація знайшла свою, так би мовити, нішу, що наразі дуже актуальна? Наскільки наша організація знайшла? Да. Ну, смотрите, сама організація, я буду з вашого дозволення на русском языке общаться. Будь ласка, як вам зручно. У нас будет такое мультиязычное общение. Организация уже существует, работает в Николаеве несколько лет, с 2009 года. И основная наша цель является популяризация и развитие джазового и около джазового искусства и музыки в нашем городе и области. Мы стараемся делать так, чтобы о этой музыке узнавало как можно больше людей и в сотрудничестве и с музыкальными учебными заведениями, и с управлением культуры, и с управлением предложения семьи молодежи, ну, департаментом освиты, проводится и вот конкурс у нас в этом году прошел, и фестивали джазовые. И за последних несколько лет, сколько там, вот 8, в этом году у нас уже будет 9-й джазовый фестиваль «Джубили». Очень достаточно в Николаеве этот жанр музыки и вообще вот форма этого искусства, она стала достаточно развитой. Хотя изначально, когда мы только начинали этим заниматься, то многие говорили скептично, кому это надо в Николаеве. Николаев, да. Да-да-да. Николаев и джаз, причем оно здесь как бы. И, ну, как оказалось, благодаря работе, да, в этом направлении, как бы оказалось, что Николаев даже на данный момент уже не один год считается одним из как раз самых таких джазовых городов Украины. И потому что, несмотря ни на что, то есть мы что-то, ну, делаем, проводим, как бы сложно ни было. Это дается також за рахунок надання освіти, напевно, певно. Да, конечно, у нас в городе есть уникальное, особенное учебное заведение, это Николаевское высшее государственное музыкальное училище, которое занимается исключительно наданням музыкального образования, и вот за эти уже несколько лет именно отдел называется «Музыкальное искусство эстрады», львиная доля, которая вот уделяется джазовой музыке, он является одним из самых таких популярных отделов, на которые очень много молодых людей приходят поступать. У нас хороший преподавательский состав, и с 2009 года являюсь заведующим этого отделения, и благодаря вот поддержке директора музыкального училища Анатолия Архиповича Сироты, как бы наше дело активно развивается, и то есть у нас по всем направлениям, всем музыкальным инструментам есть отдельная специфика вот джазовая, эстрадная. Это и вокал, вокалистов очень много, отдельное направление. Гитара, бас-гитара, ударные, духовые, клавишные. Все абсолютно инструменты, все ученики, выпускники школ музыкальных областей поступают с других городов Украины, приезжают поступать. Например, с той же Одесской. Вступна пора, да? Да, ну уже она закончила, вот, то есть как бы у нас за это последних несколько лет в наше, например, музыкальное училище, благодаря тому, что в Николаеве джаз развивается, об этом узнают постепенно по всей Украине, и у нас, например, учатся абитуриенты, и поступали из Одесской области, из Днепропетровской, из Херсонской, из Донецкой, то есть со всей много людей с Украины. Ну, напевно, цікавить, перш за все, якість освіти, да? Тому що да, то есть наше дело считается достаточно
одним из также, ну, без лишней скромности, одним из хороших и один из лучших в Украине. Далеко не каждое училище, например, имеет отдел музыкального искусства эстрады. Не все музыкальные училища Украины, их там больше 20, они имеют это отдел. У нас в городе он есть и развивается. Профессия музыкант більш таки, профессия чи хобби все ж таки, як ви визначили? Профессия. Ну, профессия, звичайно, я понимаю, профессия, да, профессия, да? Или, вы знаете, ну, я думаю, что вы намекаете на вопрос, то есть это профессия с точки зрения существования, материального обеспечения, да. Я могу сказать однозначно, что если музыкант любой эстрадного, джазового направления, академического, классического, если он хороший музыкант, да, то есть что такое хороший музыкант? Это несколько факторов. Это и талант, в первую очередь, очень важно, но это и следующая рельса, вторая, да, это и трудолюбие. Вот если у человека есть талант и есть трудолюбие, две основных рельсы, то очень велика вероятность, что человек будет востребован, и он будет заниматься музыкой не только потому, что он ее любит, но и зарабатывать тем, что он любит, себе на жизнь, будучи или преподавателем, или артистом, или совмещая и преподавательскую, и артистическую деятельность. Но, например, одно можно сказать, что нынешнее время, оно вносит свои коррективы в образование в том числе. И сейчас уже мало быть хорошим специалистом, очень большую роль влияет на то, какой человек, как, ну, его коммуникабельность, то, насколько он пунктуальный, насколько он умеет общаться, насколько он приятно выглядит, приятно ли с ним работать. Это и так далее. Азы ведения бизнеса. Но по сути, да, то есть и многие, в том и вузы, и люди, когда работают внутри, там, в коллективе, везде. То есть на это также обращают внимание. То есть и можно быть, ну, часто сталкиваясь с ситуацией, что, например, может быть очень хороший музыкант, но в работе, в жизни человек такой достаточно, ну, некомфортный. Или наоборот, вот вроде бы музыкант средний, но за счет очень хороших, например, человеческих качеств, с ним приятнее и комфортнее иметь дело, работать, и это также имеет место быть. Вот у меня много, ну, есть, во всяком случае, друзья со Штатов, которые там живут и приезжают, мы общаемся. Некоторых, вот, например, в этом году на фестивале Jubilee, который будет 7 октября, у нас там будут гости с Америки, американская исполнительница, вокалистка Ив Корнелиус, барабанщик Джейсон Браун, и будет, и с ними будет контрабасист, который он с Украины, но живет в Америке, Арка Вруцкий, с которым мы много сотрудничаем, и вот он подтверждает, да, живя в Нью-Йорке, он говорит, что музыкантов хороших, вот так вот, ну, выше крыши, но работают с теми, кто не пьяница, кто умеет... Ну, з ким приємно працювати. Цінувати своє, да, свої часи і час, і повагу до інших. Повернемося до фестивального і культурного життя в Миколаєві. Я знаю, що в квітні цього року в Миколаєві відбувся, якщо не помиляюсь, перший відкритий конкурс молодих джазових виконавців, да, перформанс «Джаз-2016». Він був присвячений тоді Дню джазу, так? Да? 23-24 квітня. День джазу, Міжнародний день джазу 30-го. І я зараз пропоную нашим глядачам подивитися, трошки перерватися від нашої розмови і подивитися невеличкий фрагмент виступу. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it. On a telephone, you said I miss you when I'm all alone. She said I'm sorry, but I'm moving on. I'm by somebody else when you were gone. She said, don't take it that way. Don't take it.
Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Sweet freedom of the foreign girl. You took a trip all around the world. Broken promise for a heavenly thrill. You said I do and I mean I will. You said don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way, baby. Hitching a ride on a private plane. You monitor the type I got against the grain. Stole the money from your best friend. Kinda knew you'd never see him again. And then took you some time. You went to war. Didn't even know what you were fighting for. You were so young. With prospects so far. Now what you become. Now I can be sure. You're still singing. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't take it that way. Don't take it. Don't take it that way. Don't you take it that way. Don't you take me out. Don't you take it that way. Don't you take it that way. Don't take it. Don't take me that way. Ну, власне, побачили такий фрагмент виступу. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки складно сьогодні організовувати такі фестивалі? Ну, смотрите, это то, что мы смотрели, это был не фестиваль, это конкурс. Mm-hmm. Это вот как раз фрагмент конкурса, первого всеукраинского джазового конкурса Performance Jazz, который проходил. Вот это, он был вообще достаточно насыщенное мероприятие. Мы его так задумывали, как такой даже форум общения с... где бы музыканты молодые могли общаться со взрослыми. То, что мы видели, это выступление конкурсантов из города Херсон. И вот это конкретное выступление в одном из залов музыкального училища. Этот конкурс, вот, который прошел, он стал достаточно очень приятно, что резонансно. На него приехало почти 70 номинантов, mm-hmm. больше 100 человек в общей сложности. Причем участники, конкурсанты, это были, было 6 городов: Львов, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Херсон и mm-hmm. Николаев. Вот 6 городов там почти 70 номинантов, 69, по-моему, 60, ну да, и больше 100 участников. Мы не делали не просто конкурс, вот ради конкурса, мы пригласили членов жюри, которые были, почти все это были музыканты из столицы,
И все эти взрослые музыканты, они давали мастер-классы. То есть басистом был и председателем жюри Игорь Закус. Это самый известный украинский джазовый бас-гитарист, который активно этот вид искусства развивает. У него там записано много видео, концертов, проектов. Вот сейчас вот мы с ним параллельно тоже сотрудничаем. Будем совместный проект на целый год делать. Несколько будет фестивальных концертов, конкурсных, которые будут проходить Львов, Киев, Николаев, Одесса. Вот, также среди членов жюри была Лаура Мартия, вокалистка, Наталья Лебедева, пианист, замечательный саксофонист, украинец, который сейчас живет уже долгое время в Канаде, Богдан Гуменюк, гитарист Евгений Уваров, барабанщик Сергей Балалаев и трубач, самый тоже лучший украинский трубач, Денис Саду, у которого есть также свой биг-бенд. И вот они все были в жюри и все давали мастер-классы, а конкурс параллельно проходил в двух залах, то есть люди могли находить, слушать или одних, или других исполнителей. А вечером в юности проходили вечерние такие фестивальные гала-концерты, где могли участвовать. Первое отделение были лучшие участники конкурса выступали, а во вторых отделениях участвовали вот уже непосредственно артисты. То есть, и таким образом вот эти вот два дня конкурсных, конечно, это было очень сложно, да, вы задали по поводу. В Николаеве такого не делалось никогда, это первое. Но все гости отметили других крупных городов, да, вот в принципе, кроме Херсона, все города, ну, миллионники, да, и нам было очень приятно, что они приехали в маленький, как многие называют, провинциальный Николаев, но они увидели и искренне говорили о том, что, ну, мы много... Сам я тоже много где ездил, выступал. Мы старались сделать, учесть ошибки других конкурсов и сделать у себя максимально хорошо. Всем очень понравилась сама идея, то, что участники получали, не просто показывали себя, и их судили не какие-то там дядьки, тетки, а их судили музыканты. То есть было максимально объективное судейство. Это же члены жюри отбирали лучших 10 номеров, которые участвовали, стимул для музыканта не просто приехать показать, но и выступить на большой красивой сцене, на одной сцене вместе с артистами очень высокого уровня. То есть вот и взаимный вот стимул, плюс мастер-класс, научиться не только себя показать, но и что-то научиться от того, кто тебе... от крутого музыканта. Это все, конечно, сделал наш конкурс, за вот он хоть был первый, но сразу он со старта большое количество людей собрал, большой резонанс имел по всей Украине. Тобто другий будет конкурс? Другий, второй, да. 2017 то есть было очень сложно, но нам приятно то, что этот конкурс поддержало и управление культуры областное, и департамент освіти, и областное управление по делам семьи и молодежи. То есть, конечно, этого было недостаточно для того, чтобы провести этот... Это так, как мы хотели, это были там и частные вложения, чтобы это все сделать на том уровне, который мы хотели. Но вот благодаря совместным усилиям все получилось очень хорошо, так как, во всяком случае, ну, я этого хотел, почти все, да, идеально. То есть, мы также, например, мы не давали стандартные там места, первое, там, второе, третье. Мы взяли за основу европейскую систему, как на многих конкурсах есть зоны. Золотая зона, серебряная зона и бронзовая зона. Ну и гран-при, отдельно там выделение каких-то. Золотая. Да, 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 вот да. И вы знаете, это также очень сильно импонировало людям, что каждый уехал, получив что-то, но не место, а вот именно зоны, потому что у нас как бы не спорт. Плюс также мы отметили преподавателей, которые работали, ну, некоторые там даже чуть ли не со слезами на глазах подходили, потому что было неожиданно и приятно, как бы то, что не просто там студент или ученик получил что-то, а и отметили и труд преподавателей, как бы, что для... Это достаточно неблагодарная профессия, потому что это, ну, сложно, не всегда приносит результат, и таких людей нужно ценить, уважать, особенно, которые работают, например, с области приезжали, там, с того же, там, Веселинова приезжали, и очень приятно, когда кто-то вкладывает в детей
сел или с поселка городского типа душу, и они уже приезжают и что-то показывают. Это очень важно. Мы в областном центре. И за всем этим стоит труд людей конкретных. А часто как бы, знаете, как смотрят, если ученик или выступающий, да, там студент талантливый, это молодец ученик. А если он плохой, значит плохой преподаватель. Да. Скажіть, будь ласка, наскільки джазове мистецтво, цей стиль змінюється останнім часом? Виникають нові жанри, як різновид, напевно. Наприклад. Звісно, джаз – це взагалі сравнительно молоде іскусство. Тобто, воно зародилось на… По суті, начало 20-го віка. Хоча, опять же, джаз – це іскусство, яке зародилось на американській землі, якщо коротко сказати, з путем сплава європейської культури і культури африканских рабов. И вот за счет того, что вот они вместе на американской земле встретились, Африка дала свой ритм, харизму, энергетику, своеобразный мелодизм, а Европа дала сложную гармонию, ощущение формы и много чего еще остального. То есть за счет этого сплава эти две культуры, они друг в друга проникали, и да, условно там рождением джаза там считают, первая джазовая запись была сделана в 1917 году. Да, вот скоро можно там будет в следующем году столетие праздновать. Но вот и джаз очень сильно развивался. Кто-то говорил, что джаз умер в 60-х, потому что там на самом деле пошел такой этап, пошел эпоха авангардизма, авангардного джаза, когда все рассыпалось, люди эти начинали там не понимать, об этом много можно говорить, лучше один раз послушать, что такое авангардный джаз. И кто-то говорил, что вот джаз закончился на 60-х, все, что остальное, это уже примеси, сплошная как бы смесь. Сегодня украинский джаз основной. Имеет место быть, конечно. Джаз сейчас, по сути, вот есть такой термин фьюжн, да, сплав. И вот, по сути, все, что происходит сейчас, вообще в мире и в Украине, например, в частности с джазом, это все уже разные ответвления за счет сплава джазовой музыки и, например, украинского фольклора. Таким образом, получается этно-джаз, то есть этнофольклор, то есть мы слышим, например, украинскую мелодику или украинскую даже песню, но она с элементами импровизации. Ведь, по сути, джазом многие сейчас, да, то есть это очень широкое понятие. Можно назвать, если в этом есть импровизация в чем-то, да, вот, то джаз – это импровизационная, в первую очередь, музыка, и уже это можно, кто-то окрещивает это джазом. Например, я часто привожу случай с Нино Катамадзе, когда мы ее первый раз привозили в Николаев в 2010 году, то она ведь выступает на грани рок-музыки, этно-музыки и джаза. И вот она, на самом деле, сама общаясь после концерта, с ней, она говорит, я не считаю себя там чисто джазовой вокалисткой, но за счет того, что в ее музыке есть и импровизация, и этнокорни, и где-то роковый драйв по музыке. Она вот за счет сплава вот этих трех направлений, она является очень интересным, там, ярким исполнителем для Украины и вообще, в принципе, для мира. Так мистецтво и притаманне, да? Поєднання різних стилей, різних і современному искусству особенно. И джаз современный, вот он, например, на фестивале на Джубилі, да, вот, который будет, то как раз вот у нас и будет, например, представлен вибрафонист, который вибрафон, в принципе, изначально такой классический инструмент, вот, но он круто очень импровизирует с Греции, вибрафонист с канадским саксофонистом и еще с барабанщиком и клавишником из Украины, вот вместе будет один проект. Это джаз такой, будет более современный. Вокалистка Ив Корнелио со Штатов. Это будет более традиционный, да, то, что называется традиционным джазом. Американские джазовые стандарты, только это будет с биг-бендом и так далее. Не только, да, то есть, и вот в рамках фестиваля, в чем, например, плюсы, почему так людям, например, полюбились там те же джазовые фестивали Джубили, один из секретов успеха в том, что мы стараемся подбирать программу так, чтобы разные люди с разным музыкальным вкусом
они на одном фестивале могли услышать джаз и традиционный, и современный, Ризный, и с элементами фольклора, и с элементами электроники. То есть очень разная музыка, и очень разная музыка, разный джаз, но это все джаз. Я вам дякую, мы маємо вже завершувати, так що спасибо вам. Час. Ми спілкувалися сьогодні з Володимиром Алексеєвим, головою Миколаївської обласної громадської організації «Миколаївський джаз-клуб». Я вам дякую за увагу, тож слідкуйте за подіями, в тому числі і мистецького, джазового мистецтва в нашому місті. Вони, власне, відбудуться у жовтні. Да? 7 октября. Ждемо всіх на фестивалі. Дякую вам за увагу, на все добре.